У нас есть вопрос, батюшка. Алло, добрый вечер. Добрый день. Добрый вечер, досточтимые наши отцы. Позвольте спросить, как возрастать в духовном делании, являясь прихожанкой одного храма более 22 лет? Первые годы был страх Божий, был трепет сердечный. А теперь привыкание. Батюшки все знакомые, прихожане все давно известны. А чувство благоговения, страха Божия нет. Что является большой скорбью сердечной? Осознание своей немощи приводит вот к такой беде. Ну, то, что развитие давно прекратилось. А развитие возможно только, если идти путем покаяния. Вот сейчас начали мы петь «Покаяние, отверзими двери». Все начинается и заканчивается покаянием. Батюшки знакомые, ну и слава тебе, Господи. А Христос тоже давно знаком. А Мария Египетская, не слыхали? Давно знакома. А Иоанн Лествичник, разве он что, не знаком? Будем целое воскресенье ему посвящать. Это совсем... А дом наш, где мы живем, разве он нам не знаком? Или город? Как это может вообще помешать покаянию? Никак. Поэтому покаяние, оно оживляет душу. Вот и, собственно, и все.